Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова. Будем читать Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть Его». Вот Отец знает Сына Своего, это говорит Иисус Христос. То есть Бог, Отец, знает Сына Иисуса Христа, и Сын знает Отца. Для нас, верующих, это ну так все понятно как-то. Как это так? То есть сын, который пришел на землю по поручению отца, как по плану, как Бог это продумал, он пришел на землю, родился ребенком, он прожил эту жизнь, он исцелял, он находился, все его видели, и в конце концов он потом умирает на кресте горькой смертью, и он берет на себя грехи всего этого мира, и потом его Бог воскрешает, и он идет к нему. И вот мы в это так верим, нам это все кажется так просто, и так все естественно. Когда я покаялся, я обратился к Богу и просил, прости мне грехи мои, мне было 13 лет, и вы знаете, не произошло, что вот я сразу вот простил, и все. Я наоборот увидел себя огромным грешником. День, два, три, я был постоянно в вот этих мыслях, я такой грешный, как мне Бог может простить это все. Я совсем по-другому молился, взывал вот в этой вот своем, вот такой, может быть, еще детской, подростковой молитве. И когда Бог мне дал прощение, я это настолько был уверен в этом, мне бы, если бы сказали бы, тебе не простил Бог, я бы сказал, да ты что, я знаю, Бог мне простил все. Но все это было единое, и Бог, и Сын Его, я знаю, что Он за меня умер, я просил, чтобы Он вошел в мое сердце. Это было так здорово, с одной стороны, с другой стороны, и просто. Я вот вспоминаю слова, которые написаны в первом послании Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот когда это ты переживаешь, когда ты это испытываешь, то происходит то, что здесь говорит Иисус, что Он нам открывает Бога. И у нас никаких сомнений нет. И вы знаете, вот разговоры такие там, кто больше, Бог Отец или Бог Сын или Дух Святой, не всегда это как-то неприятно. Мне кажется, вот это одно, это единство. Об этом Иисус так часто говорит, что я и Отец единый. Кто видит меня, тот видит Отца. И когда Он уходил уже на небеса, мы знаем, Он перед этим с учениками еще разговаривал, вел такие интересные беседы в Евангелии Иоанна 14 глава. Он говорит, я уйду, но упрошу Отца моего, чтобы Он послал Духа Утешителя, Духа Святого, и Он пребудет с вами вовек. И Он вас научит во все истины, Он поведет вас. Он будет вам рассказывать или объяснять, как поступать в этой жизни. Да, Иисус ушел, но Дух Святой может вести нас. Мы знаем, в день Пятидесятницы произошло великое чудо. Этот Дух спустился на учеников. Они приобрели силу. Они стали качественно другими людьми, потому что Дух Святой стал в них жить. И это так важно. И вот это вот единство Отца, Сына и Духа Святого, это так важно. И я думаю, вот не надо над этим долго умствовать, а просто обратиться к Богу, просить Его, чтобы Он, так сказать, дал эту веру, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце, поверить, что Он и за вас умер, что Он для вас принес спасение. И в этом любовь Божия, это не какое-то что-то, это любовь Божия. И в конце концов, мы получаем жизнь вечную. Вы знаете, как это здорово. Я вот думаю, 28 стих надо тоже прочитать здесь. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Именно когда мы труждаемся, именно когда мы чем-то обременены, мы приходим к Нему, и Он успокаивает нас, Он дает нам покой. Вот именно покой или свой мир, когда наполняет твое сердце Божий мир и Божий покой, тебе не нужно больше умствовать, Бог, Сын или Отец, кто больше из них, Дух Святой. Для нас это три вот такие вот составляющие божества, которые нам очень все важны. Каждый по-своему важный, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но нам они, именно в нас они проявляются, и мы знаем, что вот они есть. Я желаю каждому это так просто верить. Как-то мне рассказывал один мусульманин, говорит, я так себе представил, вот я долго молился. Для меня это было трудно поверить, но я поверил, потому что вот даже вода, она может быть как лед, то есть как твердая составляющая, она может быть жидкая, как вода, и может быть как пар. То есть вот три качества. Я так представляю, что так вот и вот, ну, Бог.
Мне это не нужно было ни объяснять, ни говорить. Я когда принял Иисуса в мое сердце, мне всегда дорого вот это единство Отца и Сына. Это такая в этом сила. И мы видим последней своей молитве первосвященнической, когда уже незадолго до смерти Иисус просит Отца, сохрани их в мире. И всех тех, которые через них придут ко мне, сохрани их. Пошли им силу свою. Сохрани их от зла, они в мире, но они не от мира, потому что Он возлюбил людей, и это так важно. И когда в простоте сердца, в детской простоте все это принимаешь, веришь, это так приходит в тебя, и потом тебе никто не может разуверить, потому что ты сам пережил. Это нужно испытать и нужно жить. Я желаю каждому принять Иисуса в сердце и быть водимым Духом Святым, и никогда не сомневаться в том, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Пусть Бог вас благословит.